Как вы думаете, что общего между этим огурцом и этой зубной щеткой? Все правильно, и то, и другое помогает сделать вашу полость рта более чистой, потому что мы знаем, что рот – это очень большая помойка. Сегодня я распакую то, что действительно вам пригодится в жизни, и расскажу, как получить такую же, бесплатно или с очень большой скидкой. Это новое видео на канале Гаджетмания. Мы начинаем. Поехали! Итак, огурец, конечно же, прикол, но огуречный сок очень хорошо помогает, скажем так, антисептировать вашу полость рта. И вообще огуречные лосьоны, они в СССРовские времена очень хорошо продавались. Ну а зубной щеткой я пользуюсь вот такой вот обычной, недорогой, в пределах 50-100 рублей. И я узнал о том, что одна компания проводит акцию, которая, соответственно, является каким-то рекламным агентством, непосредственно официальным предоставлено. Официально представленная компанией Oral-B. В этом пакете лежит щетка Oral-B, модель сейчас узнаем какая, я не помню наизусть, и посмотрим, что же она из себя представляет. Для меня распаковывать электрические зубные щетки в первый раз, поэтому поддержите лайком, если вам интересно, вся подробная информация будет в описании. Прикольно, что щетка приехала курьером, причем очень быстро, с Москвы порядка 3 рабочих дней. Я за нее не заплатил ровным счетом ничего, и расскажу сейчас вам, как это сделать именно так же, как и я. То есть надо будет пройти просто по ссылке в описании, которую я оставлю под этим видео, и, соответственно, ответить на несколько непростых, точнее, наоборот, простых вопросов. Ну и не быть ленивым, потому что щетки предоставляются только тем, кто, соответственно, оставит о них отзывы. Вот такая вот зубная щеточка. Это можно вот так вот уже выкинуть. Прикольно. Итак, что мы имеем? Я очень много потребляю кофе и, соответственно, еще, к сожалению, курю. Это вредная привычка. Я призываю вас ни в коем случае не начинать курить. А если вы курите, то, соответственно, постараться бросить это сделать. У нас Oral-B Pro 610 от Braun. Вот такая вот зубная щеточка. Мне она досталась, как я говорил ранее, бесплатно. Для того, чтобы я рассказал и просто поделился своим мнением об этой щетке. Вы также можете стать участником данной программы. И, в принципе, заплатить только за доставку. UPS Express – это вообще американская компания экспресс-доставки по всему миру. И поэтому только за доставку я заплатил порядка 480 рублей. Что мы видим на упаковке? Во-первых, написано, что это желанный подарок. Ну, действительно, почему за 500 рублей не получить щетку, которая стоит от 2,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости от того места, где она продается. Удаляет до 100% больше зубного налета и улучшает состояние десен. 3D-технология, электрическая зубная щетка. Очень красивая коробка. Соответственно, я вижу, что это все дело новое. Есть несколько режимов. Режим чистки, водонепроницаемая ручка, 2-минутный таймер, дисплей с уровнем заряда. В общем, внешний вид данной упаковки очень и очень крутой. Oral-B 610 Cross Action удаляет до 100% больше зубного налета. Дата производства в июне 2016 года. Может быть, поэтому они ее и раздают в подарок. Но почему бы, допустим, не приобрести данную зубную щетку за какие-то там смешные деньги? В коробке нас ждет еще одна коробка. Это очень прикольно. Я люблю, когда в коробке коробка, потому что производитель заморачивается непосредственно с упаковкой, и нам это говорит о том, что просто производитель думает о своем потребителе. Здесь все то же самое, единственное, что здесь у нас более подробная инструкция, более красивая картинка изображения самой щетки. Открываем и смотрим. Конечно же, зубы чистить на камеру я и не буду, потому что, в принципе, это достаточно интимный процесс. Вообще, зубные щетки положено менять раз, если я не ошибаюсь, от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, какая интенсивность вашей чистки, ну, то есть как часто вы чистите зубы и с каким нажимом, как быстро выходит из строя сама щетина. Ну и, соответственно, в любых электрических щетках, я ознакомился с информацией до записи этого видео, конечно же, расходный материал — это непосредственно сами, все, в коробочке больше ничего нет, то есть коробку ставим просто рядом. Эту зубную щетку я планирую, соответственно, подарить своей любимой. Вот расходный материал, и это главное. То есть это вот такая вот насадка, она
как бы щетина, и в принципе больше здесь какая-то резиночка, и больше здесь ничего нет. Сама зубная щетка выглядит в белом цвете, такая бело-голубенькая. Ну, она, если честно, она не тяжелая. Все, что я могу сказать, что она не тяжелая. Итак, пока зубная щетка стоит здесь вместе вот с таким вот, с такой штучкой, я посмотрю, что же нам еще производитель положил в данный комплект. Здесь у нас есть русскоязычная инструкция, она очень большая. Я, конечно же, ее посмотрю и вообще настаиваю на том, чтобы инструкции всегда смотрели. Ну, а здесь, скорее всего, зарядная станция для того, чтобы вы действительно могли заряжать свою зубную щетку. Да, абсолютно верно, это зарядная станция. Она новая, все клево так запечатано. Даже распечатывать не буду, чтобы это делал непосредственно человек, которому эта зубная щетка будет подарена. Ну и я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что это все устанавливается таким образом и заряжается, и потом просто берете, нажимаете на кнопку и, собственно, чистите зубы. Я думаю, что в 21 веке, когда мы пользуемся смартфонами, пользуемся планшетами, пользуемся 3D-технологией, 4K у нас телевизоры или мониторы, электрическая 3D-зубная щетка – это очень-очень хорошая по сборке. Здесь есть вот такое вот рифление, оно действительно, все можно мочить эту щетку, даже под воду, ничего не будет. Здесь практически нет никаких технических отверстий. Есть действительно регулятор зарядки, когда вы ставите, соответственно, скорее всего, будет это дело все подсвечено. Регулятор, насколько батарейка села, professional care, то есть профессиональная защита, и одна единственная кнопка. Собрана данная электрическая зубная щетка, по первым впечатлениям неплохо. Посмотрим в эксплуатации, как она себя проявит и что вообще с ней, допустим, произойдет спустя, допустим, год эксплуатации. Ну и это самое главное, то есть это расходный материал, да, он стоит каких-то денег, можно покупать в интернет-магазинах за рубежом, можно покупать в ближайшей аптеке или на ближайшем рынке, или просто в ближайшем супермаркете, это сейчас везде есть, и пользоваться электрической зубной щеткой. В чем суть данного видеоролика? А суть в том, что я, заботясь о своих подписчиках и людях, которых посмотрят данный видеоролик, хочу вам сообщить следующее. Вы так же, как и я, можете бесплатно получить зубную электрическую щетку, просто пройдя по ссылке в описании. Вам надо будет ответить на несколько простых вопросов, указать свои контактные данные, свой точный адрес. И действительно, в контактных данных говорите правду, чтобы курьер смог действительно вам вручить эту электрическую зубную щетку. И по итогу вы сможете, заплатив всего от 350 до 500 рублей доставки, получить такую электрическую зубную щетку, можно сказать, в подарок. Я считаю, что заплатив только за доставку, это, ну, очень выгодное предложение. Так что бегом в описание, чекайте там, смотрите, там очень много полезной информации. Как всегда, я напоминаю вам о том, что до 11.11 проходит на моем телеграм-канале розыгрыш умных смарт-часов из Китая. Поэтому обязательно подпишитесь на него, выполните несколько простых условий. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.